Привет, друзья! Мы с вами находимся в городе Давао, прямо возле Рохас. Ночной рынок в городе Давао. Время сейчас около 10 часов вечера. Я специально попозже пошел сюда, потому что мне сказали, что нужно сюда идти попозже. Так, вот смотрите, вход в рынок Давао Полис. И там то же самое Давао Полис. Can I go there? Take a picture. Yeah, sure. Вот так вот проверяют сумку. Rojas Market. Ну давайте посмотрим, что же здесь продается. Oh, it's... This one is dynamite. Dynamite? Yeah, chili. Chili? Spicy? No, not really. Ага, понятно, понятно. And this one is chicken dumpling. And, is it sweet, sweet? No, spicy. And the other one is glutinous rice ball. Ah, it's sweet. Yeah. Only it's sweet. Okay, okay, thank you. I come back, I will come back. Так, ну вот, ребят, собственно, смотрите, здесь какой выбор напиточков у нас. Буко, это по местному филиппинскому означает кокос. Это бука с панданом, не знаю, что за пандан. Мелон, дыня, шоколад, блю лимонад, голубой лимонад, хани лимон, мед лимон и каламанси. Каламанси — это такой маленький... маленький лимончик, как лайм, лайм. И вот люди здесь прям рядом сидят и все это употребляют. So, is it chicken? Yes. Chicken, how much one stick? 5 pesos. 5? Вот, всего 5 песо, один вот такой вот. It's any 5 pesos, yes? Окей, окей, вот тут соусы, все как полагается. Вот такой вот рынок, здесь уличная еда, чем-то внешне напоминает Бангкок, но отличается. О, oh, is it squid? Ого, yes. How much one stick? 90 песо стоит один. Один. Hello, hello. Hello. 90 the same, no? No, it's 200. 200, because... Смотрите, какой огромный, огромный. Вот так вот ночью здесь не скучно. In for grilled? Yeah. You will grilled if I will order, okay. Если будешь заказывать, они тебе, в общем, на гриле все это дело приготовят. Вот такое вот у них тут. Ага, леди бой сидит и смотрит уже на меня. Эти леди бои, конечно, дело еще то. Вот такой вот рыночек. What is it? It's avocado shaker. Avocado shake? Yeah. It's cold? Yeah. Very cold? No, not so. How much one? Small one, 75. 70 small? Yeah. Okay, one. I will try. Так вот я попробую сейчас авокадо шейк. Говорят, что авокадо шейк очень вкусная вещь. It's name Rojas or Roxas? Rojas. Rojas. It's Filipino pronounce. Yes, Rojas. Rojas. Окей, understand. Все-таки правильно понял. Значит, Rojas, правильное произношение рынка Rojas, не Roxas. Yeah, YouTube. What name, sir? I can show you if you want subscribe. Yeah. I can show you. Такая огромная трубка, посмотрите. Филиппинос тру. Yes, true. Такая вот толстая труба, ребят. American size. American size, говорит. Yeah. Okay. It's wrong, yes, because... First experience. Yes. It's from avocado. It's from mango. Avocado, mango. Avocado, mango. Okay. You can produce also carrots if you want. Carrot, it's very healthy. Yeah. Thank you so much. I will try it. Так, ну что, ребят, вот такой вот авокадо шейк большой, всего 17 песо. Да, это вкусно, но для моего горла, наверное, все-таки рановато. Ну а народ сидит здесь, развлекается, собственно, и ест все это добро. Difficult. How much one лимонад? 30. 30 песо, ребят, 35 рублей стоит любой лимонад. It's half liter, а? Вот такая большая пол-литра здесь стоит стопудово. С такими красивыми трубочками вам все подадут. Ну а здесь вы можете взять и попросить, вам все это добро пожарят. Все пожарят, рыба, кальмары,
Осьминоги, сквид. Вот такие красивые девушки здесь ходят. Время 10 часов вечера, но народ не дремлет. Сегодня пятница, в принципе. Но этот рынок работает каждый день. Вот они здесь готовят, жарят. Такой филиппино стайл, любят они вот street food, уличную еду. Street food. А, beautiful lady. Ага, ага, блин. Where is it? What is it? Gosso, seaweeds. It's grow in sea? Yes. А, seaweeds, это, короче, морские водоросли. How much it? 30 pesos per ano. Per ano? Per serve. Plate, ага. Yes. Ага, thank you, thank you. О. How much? 15 pesos, sir. One piece, ага, окей. 15 песо стоит вот один этот. Что-то я уже забыл, как на русском-то, и на английском тем более. How much it squid? 200. 200? Oh, very big because, yeah? Big, нашпиговали его там лимоном, огурцом. Нашпиговали конкретно. Wow, 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 wow. It's look beautiful, it's yummy. Midi, midi. How much is it? One? This is 85, 100. Ага, вот такая огромная стоит. 100 песо вам пожарят, а эту за 80 песо курятину вам прям при вас, свежатину, курятину будут жарить. И вы будете все это есть и радоваться жизни. Каламанси, опять же, маленькие лаймы местные, которые растут прямо здесь. В общем, еды здесь, ребят, полным-полно. Это такой рынок, где можно прийти и поесть. По-моему, это баранина, ребят. Похоже на бараньи ребрышки. Вообще, баранины я не видел на Филиппинах, но, как вы видите, здесь есть, ребят, и барашки. Так, ну, в принципе, все повторяется. Осьминоги, рыба. How much per each? 180. Так, 180 песо, одна вот такая хренотень. С рисом. Вот здесь вот столы стоят, где люди, собственно, все это добро поедают. Enjoy your meal. Вот, ага, вот есть, значит, это, как его. How much breast? 85. 85 песо, всего целая грудинка. Грудинка, это действительно полезно. 85 песо, 100 рублей, в районе 100 рублей вам грудку, куриную грудку, точнее, грудинку, говорю, пожарят. И вы будете довольны, как говорится, и сыты. Чоко-моко. Так, нутелла. One and one, please. I just will try it. Вот такие вот штуки. How much one? Ten. А, ten one, окей, окей. Все это добро стоит 20 песо. Вот, собственно, я смотрю, улицы пустые. Думаю, где же народ? Вот где все, весь народ. Народ тусит на Рохас Маркет. Здесь людям нравится. Вот, они здесь едят на ночь глядя. Время, я же говорю, уже 11 час. Но им пофигу, они жарят осьминогов. Ой-ой-ой-ой, ребята, рынок. Вы сами видели, это только половина рынка, вторая половинка на другой стороне. Вот здесь сладости. How much it? 20 pesos only. 20? Yes. Chocolate mice. А, it? This one is shomai, pork shomai. How much? 20 pesos. 20, а, окей, окей, 20, 20. This one dynamite. Some kind of spicy. Oh, I don't like spicy. Here. Sweet. Mm-hmm. After it, thank you. Так, ну что, ребят, я думаю, надо сейчас мне присесть где-нибудь. Вау, what is it? Стин, стин. Вот как это все, ребят, готовится, добро. А, чано. Вот, ну а тут какие-то розовые люди. А, массажисты. Массажисты делают массаж. Специалисты массажа. Ну как-то, блин, прикольно, конечно, но я бы, например, бы все-таки делал это лежа. Все-таки делал это лежа. Tell me, please, how much massage? Hi. All body? All body 300. 300 all body. Ага, окей, okay, understand. 300 песо, это 300...
360-370 рублей стоит все тело. Сколько времени не сказал. Ну ладно, уточним позже. Снова жрачка. Так, hello! Students, не students. Короче, народ зависает здесь. Улицы пустые, реально. Народ весь здесь. Вот, а вы беспокоитесь о том, что небезопасно. Вот служба безопасности. Сюда, чтобы попасть, ребята, вас тут всего прошмонают, проверят. Так, ну я думаю, мне надо сесть здесь. Hello, can I sit here? Enjoy your meal. Так, ну реально, ребят, мы сейчас поедим то, что взяли. Увлекся процессом и забыл сказать. Это реально очень вкусная вещь. Очень. Также вот эти вот штуки очень вкусные. В одной внутри шоколад, а в другой реально нутелла. Hello, hello. Hello. Russia. Russia is a very nice city. Ah, maybe, maybe. Davao. Yeah, Davao, very good city. Cleaner and safe and hospitable people. Yeah, yeah, very good. Атмосфера здесь прикольная, действительно прикольная. Весело так, дружно, люди все едят. Значит, наполняют свои стомаки. Вот он тоже ходит, что-то проверяет. Чек-чек. Hello. Так, вот так вот, проверяют. Так, ребят, ну вот мы сейчас оказались на второй части рынка Рохас. Если тот рынок продуктовый, то этот вещевой рынок. Здесь есть все подряд, наверное, здесь есть все, чего только может не быть. Время уже 12 час, но без проблем. Продаются наушники, чехлы для телефонов.